Ты кто такая? Нет, верно. Как ты сюда попал? Меня дворничиха пустила. Тетя Настя. Давно ты здесь? Уже почти месяц. Дня. Знать хотите? Надо. Слушай, тут мебель была, вещи всякие, где все? Я сожгу. Все? Все. Я живу за диском. Это наша квартира. Я живу в Ире. Тихо. Слушай, там вот фотография висела. Моряк такой в рамочке. Ты не видел? А много ли тебе тепла от этой картонки? Ты детство мое спалило. Так это вы, тот мальчик с фотографией. И на стрелке с моряком, и на лодке, и на велосипеде. Я не сразу их сожгла. Я их сначала рассматривала. Ну и как хорошо я горел. Чем вы шутите? Могу заплатить. Хочешь? И... Простите. Ты здесь одна? Совсем. Не страшно? Конечно, страшно. Что вы, дура, что ли? Когда, когда... Тогда хоть жизнь какая-то. А вот когда тишина. А чего боюсь? Я сама не знаю. С улицы ведь никто не зайдет. Наш дом считают разрушенным. Лестница хлипкая, еле держится. Но это она только на вид такая. На нашей лестничной клетке только в двух квартирах жильцы остались. Из одной, правда, уже не выходит. Я на них прибираю. За это мебель дровоучаю, если им уже не понадобится. Страшно. Слушай, а в квартире номер 6 есть кто? Знакомые ваши. Да, была там одна. Лерия. Осенью в Тбилиси собирается. Уехала, наверное. А ты где была? В шестом подъезде. Что-то я тебя не помню.
Они довольно маленькая группа. Да, не повезло вам. И с тем осталось. В квартире был кто? У меня мама на фронте. Военврач. Мы с мамой. С няней остались. С нами уже 11 лет. Родная все. Пошла на садовый хлеб получать. Тут и ударил. Возвращаюсь. Там уже нет ничего. Это 1 марта было. Послезавтра месяц. А сама ты не очень ослабела? Я чувствую себя сносно. Мне за лето 3 посылки от мамы пришло. Но теперь тут посылок уже не будет. Меня теперь не найти. Нужно будет найдут. Ты, видно, удача. Какой же недобрый. А ты чего меня надо называешь? Смешно слушать. Вот тебе сколько лет? Через 2 недели, может быть, 16 исполнится. Да, ну тебе. Старенький пессимизм. Вот мне на будущий год 18 будет. И то я не психую, уверен, будет. Ты когда маленькая была, ты представлял, как мне 16 исполнится. Мечтал, что тогда со мной будет. Помните, дети до 16 на эту картину не допускаются. Так обидно иногда было. Я все равно приходила. Нет, на это больше можно быть. Обидно было. Я уже ко всему привык. Понятно. Сестры.
как бы пришла. Большой, зачем его нужно было бомбить? Зачем? У нее еще муж. По времени, в ополчении муж. Я говорю, давай вернемся в дом родной, никого нет. Так нет, я Коленьку ждать должна. А еще вдруг он вернется. Меня бы послушался. Здесь сидим. Отец, на что пекутся? Уже 5 месяцев не пишет. Мне даже ничего не осталось. Не фотографии. Нет, вот ее тогда со стены. Меня простите. Я не знала. Недалеко. Что? Надо. Не уходить. Куда ж ты пойдешь? Тебе тоже некуда. И мне некуда. Тебе как зовут? Лидия Васильевна. Ну, и тебя. Марат Евсеевич. Ну, если ласкательно, то он так. Зачем? Ну, нельзя же. Это почему? Ну, я... Девчонка ты еще. Ее разрезать? Кого? Ну, тахту. Ты глупенькая, там же пружины. Все же завтра попробуем. Только ты подаришь.
Чего? Как ты дышишь. Понятное дело, дышу. Вот и кончилась тишина. Да ладно тебе бурчать там. Thank you.
Что? Воздушная тревога. Ну и зачем ты меня разбудил? Ты тут всего неделю. Откуда я знаю, как ты к тревоге относишься? С отвращением. Слушай, ступай в подвал, а? Я туда больше не хожу. Это почему? Тепло упустишь. И все-таки не ясно, зачем ты меня разбудила. Вот, давай опять уснем. Крензель белый с изюми. А потом музыка. И я с одной знакомой девчонкой целовался. Совершенно не ясно, зачем ты мне это рассказываешь? Ладно, я... пойдем в подвал. Смотрите, какой благородный. Соглашается. А может, ты просто трус? Ну, знаешь, я, между прочим, 6 месяцев на крыше прожил. И знаешь, сколько я зажигалок сбросил, знаешь? Нет, не знаю. Ну и не знаю. Свободных квартир много, но завтра же перебирайся. А я никуда не уйду. Это почему это? Ну, ты пропадешь без меня. До этого не пропала и сейчас не пропаду. Жить, пусть. Не скажу тебе, Фу, я удачливая. А тебя что спасало? Мамины посылочки, нянина карточка, запомни, больше этого не будет. Разве что я где-нибудь прогорю, и ты на мою карточку что-нибудь выдумаешь. Ну, ты знаешь, на это особо тоже не рассчитывай. Я тоже удачливый. И вообще, если хочешь знать, ты живешь неправильно. Отгородилась ото всех здесь. Устроила, понимаешь, логово. Разве это достойно советского ребенка? Борьбы народа. Сидишь тут и ничего не делаешь. Вот именно, кстати, вот это твое одиночество приводит к дистрофии. Ты это, умница, сам придумал? Да. Если хочешь знать, я питался вдвое меньше, чем ты. А чувствую себя намного лучше.
И это все потому, что я делал все, что положено рядовому ленинградцу. Может, даже чуть больше. Ты просто хвостун. Нет, я не хвостун. Значит, врун. Ну, это другой день. За эти 5 дней ты мне врал неоднократно. Скажешь нет? Конечно, не скажу. А почему ты врал? Ну, так жить веселее. И все равно, слушай, ты живешь неправильно. Сидишь тут и ничего не делаешь. Не приносишь никому этим пользу. А нужно приносить эту самую пользу. Работать без устали. Поняла? А то вот, сидишь своего Тургенева целыми днями читает. Это всю библиотеку она сожгла, а Тургенева она оставила. Может, он не нравится. Я думаю, разве он мобилизует? Меня мобилизует. Замечательно. Значит, мы сегодня же пойдем в бытовой отряд, и я тебя туда запишу. И ты начнешь приносить пользу людям. Поняла? Достанем. Весна скоро. Может, нам еще от соседей достанется. Тебе не стыдно? Ты ждешь смерти людей, чтобы завладеть их мебелью. Это ужасно, ужасно. Слушай, ты слишком много плачешь. Так нельзя. Одна я не плакала. Просто глупенькая. Просто глупенькая. Марик, ты чего это делаешь? Тебя так успокаиваю. Нельзя? Можно. Ты только не плачь, и соседи живы останутся, и дров еще найдем. Может, тогда затопим, а? Нет. Марик, ты меня больше не успокаивай. Это за вокзалами. Ты чего так смотришь?
сначала раздаешь подарок. Вот. Какая красивая. Где ты ее достал? Да так, выменила одного типа. И вот еще. Кусочек сахара. Спасибо. А теперь закрой глаза. Пойдем. Он тебя нашел. Оказался хитрецом-мудрецом. Ты только посмотри. Тушенка, сгущенка, даже варенье. Письмо. Мама живая. Медаль получила. Счастливая. И у тебя будет так же. Вот увидишь. Я своего добилась. Мне 16. Давай устроим немедленный пир. Ну, это она к тебе прислала. Ты негодяй. Ладно, давай устроим. В некотором царстве, в некотором государстве жил старик со своей старухой. Ты это о чем? Тебе не понять. Что я, дура, что ли? Ты? Нет, ты не дура. Я бы тебе сказал кто-то, но не скажу. Хорошо. Чайник закипает. Открывай консервы. Артиллерийский салют в твою честь! Это шутка глупая, мама. А я сегодня дурак. Да, бедный дурак. Я, может быть, сказал тебе, почему, но не скажу. Ну, хорошо. Ты открыл консервы? Почти. Съедим полбанки. Поняла? Не больше. Слушаюсь. Как дела в отряде? Обследовали дом 17. Все квартиры обошли. Знаешь, Марик, я уже боюсь мёртвого. А ты что делал?
самый умный. Работал на водопроводе. Если дать воду городу, жить станет легче. К тому же скоро весна. 1 мая. Ты помнишь 1 мая? Еще. Мы с мамой на трибуне были. И так будет снова. Будет. Нет, так уже не будет. Красивая на сковороде. Давай съедим ее скорее. Неси посуду. Так, раскладывай поровну. Ну, нет, нет. Поровну. Зато мне сковородка достанет. Лучшие люди. Теперь сгущенное молоко. Так, по 2 ложки, поняла? Ну, сегодня по 3. Ладно, по 1,5. И печенье. По 2 штуки. Ну, сегодня по 3. Кто каптинармус? Я каптинармус.
я хочу сказать речь. То есть тост. Дорогая Лика, тебе исполнилось 16. Ну, то есть я имею в этом представление. Будь счастлива, Лика. Лика. Что значит Лика? Я бы тебе сказал, но не сказал. Браво! Какой оратор! Пусть сдохнет Гитлер, но пасара! Да здравствует Лика! А теперь я должен поцеловать тебе руку. Тебе исполнилось 16, так полагается. Ну что ж, поезжай. А ты бы хотел, чтобы я уехал? О, Лидия Васильевна! Не оставляй меня одного! Пожалей наших детей! Ты дурак, Марик! Знала, какой я дурак. Я бы тебе сказал, но уже не скажу.
мой тебе сказал, но не скажу. Вадим, бедный больниц боится. А почему не ясно? Чудак. Чудак? Ну да. Любопытный тип. Правда, жалко, что он всю твою посылку съел. Но ничего, выздоравливаю. Я ведь сначала думала, что у него воспаление легких. Теперь ясно. Воспаление он бы не вынес. Да, его было здорово жаль. Я ведь насмотрелся, как люди умирают. А этот ничего, симпатичный. Интересно, чего его так странно зовут? Он сам иногда думает. Ты не спал? Действительно забавно. Леонидик. Маус
способна на все. А твоя мать жива, Марат? Я ее и не видел никогда. Просто ужасно, как ты говоришь. Почему? Марат мужчина. Он любит отца. Вы сумасшедшие оба. Мы сумасшедшие. Просто мы всего наглядели. Всего. Да ладно тебе. Рано тебе еще отчаиваться. Леонидик. Бесспорно смешно. К тому же он съел вашу посылку. Подсказал печальный Марат. И теперь вы самые близкие ему люди. Я очень любил свою мать. А отец был занятой. Вечно пропадал на работе. Все его постоянно хвалили. Кажется, один я не знал, чем он все-таки хорош. Он умер 5 лет назад. В мой день рождения. Мне тогда исполнилось 12. На кладбище собралось много людей. Все его называли замечательным человеком. Может быть, не спорю, но он умер. А в моей жизни ничего не изменилось. Мама была для меня всем. Веселая, смешная, добрая. Мы всюду ходили с ней вместе. Мы были как обезьянки-неразлучники. А потом появился человек. Один человек. И она просто меня забыла, понимаете? Ну зачем? Не такой уж он был и молодой. Совсем некрасивый. Всюду пел ей песни тихонечко. И по вечерам я слышал, как они танцевали в соседней комнате вдвоем. Потом началась война. В армию его не взяли. Куда там? Он был такой безоружный, кота от собаки не мог отличить. Начался голод. С каждым днем я видел, как они становились слабее и слабее. К Новому году совсем отощали. Как-то раз, когда дело стало совсем уж плохо, я видел, как она подсунула часть ему своего хлеба. И он не заметил, он съел его. Маме с каждым днем становилось все хуже и хуже. Ну да, он был близорук, не замечал разницы в поросах. Но я-то видел. Даже когда она умирала, она смотрела в его сторону. Хотя последние слова сказала мне. И говорит, следи за ним, Леонидик. Раньше он не очень-то обращал на меня внимание. А теперь вдруг все изменилось.
Он стал рассказывать мне разные истории из своей жизни. Как ему не весело жилось, пока не встретила ее. Он даже пел мне песни потихонечку, те самые, которые пел ей. Однажды он долго глядел на меня и сказал: «Ты удивительно похож на нее, Леонидик». И с того самого дня он начал подсовывать мне свой хлеб. Я, конечно, не брал, но он никак не хотел успокоиться и здорово радовался, когда удавалось меня провести. Я не спорю, я обязан был все и простить, но я не мог! Я должен был полюбить этого человека. Перед смертью он вдруг все понял. Просил прощения. Когда он умер, я заплакал. Хотя так и не смог забыть его. Не могу я! Тогда ему бывает очень страшно. Теперь эту историю знаете и вы. Может быть, ему будет легче. Человек должен жертвовать всем для других. Но это не так. А кем бы ты хотел стать, Леонидик? Сочинителем стихов. Поэтом? Нет. Это слишком шикарно звучит. А ты, Леонидик? Я? Укротителем духов. Ты шутишь? Ну, вообще, если... Соединять берега правый и левый. Разве это не интересно, Лика? Наверное. А я вот с детства решила, что стану врачом, но не тем, кто приходит в белом халате и в калоши ставит 7 градусов. Нет. О чем исследователь? Первооткрывателем, понимаешь? Маму надо слушаться. И только плохие девочки этого не делают. Лизавета, помолчи, пожалуйста. Тяжелый день. Не веселый. Так будет точнее. Знаешь, я только одного боюсь. Не все.
центре обстреливали. Думал, он у кого-то заночевал. У кого? Ну как у кого? Он же работает на добровольном, у него же полно друзей. Ну, помнишь, он говорил? Легендарный Юра Шейкин и незабываемая Света Карцева. Ну, помнишь? Юра, Света. Света? Ну, да. Светла. Назвать девушку как зовут? Ты чего шумишь-то? Остался ночевать? Воображаю. Ты еще не знаешь этого Евстигнеева. Он все время врет. Все время. Вот приносит однажды 300 грамм крупы. Я спрашиваю, откуда? Он говорит, девочку из проруби спас. Родители отблагодарили. А потом оказывается, никакой девочки не было. И он просто променял свою меховую шапку. И ты еще ужаснешься, Леонидик. Ужаснусь, но чуть позже. Хорошо. Тебе что, про Марата неинтересно? Интересно, но не всегда. Они плохие, ни к черту не годятся. Ты смешной. Можно умереть с хохоту. Ой, что это у тебя на щеке? Знаешь, как мыло сам детство вытирает. Я же говорил, вернется. Что, что у тебя с рукой? Ты ранен? Выглядело. Мог бы не так грубо. Ты хоть целый день о тебе беспокоилась. Делает честь. Отзывчивая девушка. Столя мале. Что несешь? Я-то несу. Между прочим, я немецкого парашютиста в плен взял. Ну вот тут уж ничего не скажешь. Завидую и встегнете. Что ты все время куда-то от меня уходишь. Марат, ну уходи, вспомни, как нам хорошо было. Я все время помню. Только это мне кажется, что ты все время куда-то от меня уходишь. Я не ухожу, я здесь, Марат. Шаткий человек. Это чего? К черту, слушай. С отрядом нужно распрощаться. Я договорился в госпитале, ты там поработаешь, сидел. Тебе давно перевязку делали? На рассвете. Слушай, поработаешь пару месяцев сиделкой, сдашь на медсестру, людям пользы, и ты не в убытке. Хорошо, раны надо перевязать. Ни к чему. Слушай, там работа такая, что напряжешься, но...
надо, поняла? Хорошо. Я тебе просто все красиво сделаю. Дай. Посмотри на меня. Зачем? Ты шестой день на меня не смотришь. Может, ты вытащил из пророка еще одну девочку? Или поймал в плен немецкого парашютиста? Шестерых. Споткнулся и упал на моток колючей проволоки. Бедный мальчик. Лика. Помолчи! Мне было стыдно за тебя перед Леонидиком. Я соврала. Какая глубокая рана. Вспомнить противно. А ты ждал. Ты думал, что я тебе поверю. Ты бы так не поступил со мной, если бы хоть чуточку меня. Ты что смеешься? Кто тебе?
тебе сказал, что я смеюсь. Отпусти. Знал, как я тебя презираю. Вчера отпустили два трамвайных маршрута. А в соседнем районе водопровод починили. Военное дело. Передашь? Ты куда? Ваню! Это верно. Я не поймал парашютиста, но зато познакомился с майором
Артемовы. Стоящий человек. И мы с ним хорошо поговорили в ту ночь. Очень не надо дожидаться осени и призыва. Все уже сговорено. И я прощаюсь с вами. Буду мстить и мстить. Даю слово, вы услышите обо мне. Будь здорова, Лика. И ты не унывай, Леонидик. Завтра же в госпиталь, Лика. Завтра же. Все. Боже мой! Не бойся, это далеко. Каждый выстрел направлен в него. Только в него. Он счастливый. Thank you.
далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова после дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, и скажите мне слово. Сам не знаю, почему. Ты жив? Конечно. Я думала, ты давно погиб. Плохо ты меня знаешь. Знаешь, в июне 45-го мы пробрались на завод игрушечной фабрики. Нас тогда было 8 человек. А спасся только я один. Какой ужас. Зачем ты мне это рассказываешь? Вот этой минуты, вот этой ее могло ведь и не быть. Ты только не бойся. Не бойся быть счастливым.